эти ребята как бобер поработал, блядь. Хуйня какая приплыла. Кто знает, тот поймет, нахуй. Комментарии не объебешь, нахуй. Видео. Чудо галя, блядь, я первый раз такое чудо вижу, блядь. Постоянно, да? А вот, допустим, там вот сверху, ну, у него как бы крыша не поднимается, он плавно, как туда залазит? Задалбливает? Он с той стороны, что ли? На вылет проскакивает. Ну, наверное, перед этим горячим жиром перья смажут. А подготавливают дуплянку. Вот тут, видать, дятел нахуй. Мишки скорее. Ну да, не знаете, не белый. Снеги. Снеги. Хорошо, хоть, блядь, обдирать не будем. Она называется как-то по-другому, нахуй. Да у них хули названия какие-то, хуй пойми, блядь. У них свои названия, хуй перескоришь. Да это, блядь, Максимка заебели. Это Максимка заебели. Хули, там уже 10, нахуй. Не подумай, заблудится, нахуй, ебну оттуда. Да им можно было, блядь, не беспокоиться. Остаться, нахуй, сложим. Как я в том году подплывал, блядь. Объебал меня сколько три раза. Mm-hmm.
Там пространство, там подушка воздушная. На край. Блять, табун какой хуярит. Сверху. Видели? Ой, еще два. Жопу, жопу, жопу. Че? Вон там, с той стороны дойдем. Да там не получится у нас. Там течение большое, сильно. Нам сейчас пока туда выгребать. Вы здесь за кусты маленько держитесь.
успеем. Ну, хватайтесь. Тихо, тихо. Хоп. Тихо, ну что вы делаете? Отрабатываем хули. Ближе, ближе. Где-то у нас было бревно, помните, мы его проплывали, его еле видно было. А где? Может, уже унесло? Это что, большой омут? А? Я думал, мы уже проплыли. Вот они над нами, блядь. Вот они, суки. Вот, блядь, еще. Да, туда пошли. А что там? А? Далеко. Вон еще внизу, внизу, внизу.
Далеко диапазон. Да вон на ту сторону, Дякон. Сейчас стоп. Сейчас вон он лежит. Не, он на ту сторону кустов. Здесь смотреть надо. Да вот сюда он под хламом, да? Ага. Да не уйдет чужого. Картечь может ебанете. Вон он лежит, дякой. Вон перья лежат. Жопа, видите, торчит. Застрявшая. Да кто это? Палка? Вон еще утки полетели. Ну мы здесь проплывем. Через палки эти ебаные. А вон? Вон, дякой. Вон. Вот эту вот черемуху возьмите палку. Ружье положите нормально, не выпадет. Да не надо. Да он не съебется далеко, это чурок ебаный. Веслом достать, ебнуть его. Веслом ебнуть. Дождите. Дождите, держитесь. Здесь вот давайте сюда, как раз он на берег. Он не съебется от нас. Не съебется, говорю. Держите. Держите весло. Вон он, сука. Да вон там. Вон он туда попал. Да он не уйдет, не бойтесь. С той стороны весло засуньте, с той стороны, со своей. Ну? Дальше поплыл. Ёбана в рот, вы меня облили. Да вы картечу ебаните, он уплывет, а дробь оставьте. Вон туда поплыл. Ну, картечу. Ну, все, лежит. Сейчас. Нахуя спустя? Что, мы обратно здесь выйдем? Или там выйдем? Давайте, берите весло и хуярьте со своей стороны. Да нахуя нам разворачиваться?
Ну нахуя задом? Вперед! Конечно! Ну мы три гильзы точно выкинули сейчас. Ну? Перо где ваше? Да на крови течет. Нихуя бы мы не выдумали, с подлодки выдержал. Да хули, бобров можно так же рядом сплавлять, чтобы их родили. Да хуйня это все, сегодня дымка какая-то. Да она, дяколь, вечером почему-то ярче светит. Извините, наверное, потому что. Да не, не особо. Ну не так, как вечером, она темнеет, а солнце светит. А? Вот. Ну долго для того, видишь, точно он же белый. Это, вон, наверное. Че, вы дрон зарядили? Ну, правильно. Я думаю, сейчас бобр уже не вылезет. Ну не факт это, как бы. Нет, я не знаю, сейчас он просто 5% того, что он вылезет. Вероятность.
а 95 того, что с утра мог вылезти. Вы заметили, если я сейчас отделей. Ну а я специально туда побыстрее, так за кустами. Ну, нет, я смотрел, как он только отвернется, я хуяк сразу дребану. Там опять. Жду, когда он это не будет меня видеть. Да, она, сука, прошаренная специально высоко летит. Знаешь, что, блядь, семерка не долетит, нахуй. Да хуй его знает, может передохнет чуть-чуть. Мы так андатру ловили. На синего. Я, наверное, кругов 10 вокруг ее, но хуяк себе нырнет. Мы ее только с очком, она хуяк нырнет. Я опять вокруг ее, она, видать, не знает, куда плыть, блядь, что за хуйня гудит там, блядь. И, короче, она выдохлась, нахуй, вообще пиздец, и встала, и стоит на месте. Мы ее с очком хуяк. Мы тоже видео засняли, все. Но только не было процесса самого, блядь, как это. Крутили мы вокруг ее. Вот здесь шалаш был. Вон там, вон, видите, пень спиленный, вот, чуть-чуть на повороте сюда.
Суп-то вкусный. А куда нам выгребать здесь? Ну, мы в том году тоже заебись закрывали охоту шилохвостом. Помните? Давайте, отвязались? Ну ёбана в рот, блядь. Я грибу, нафиг. Ружья зарядили? Вот мне интересно, где эта ёбаная такая лежала плоская, типа какая-то хуйня. Твою мать. Лодка, блядь. Ёб твою мать, блядь. Нахуя? Быстрее домой, чтоб пошли? Ясно, ну ладно, поехали.
мать, это же палка. Что в Царицу заплывем? Вон они, сука, нырнули. А, подлетели. А? Ага, вижу. Блять, шапчонку сейчас одену, дякур. Да нет, ты мерзнет нахер. Блять, ебаная, вот здесь может палка. Сбавим из-за этого нахуй, мы не успели. Вон еще две полетели. Да еб твою мать, да. Одно так другое, блядь. Даже и не увидел нахуй. А, вон они.
покажи. Ну вы с картечью заряжайте, прикоша-то можно. Чуть-чуть. Можно уже наверняка, что вдруг. Все зарядили? Картечь же была.
еще пошел. Знаешь. Сюда что ли они плюхнулись были? Вот здесь вот так. Плюхнулись, говорю, были, что ли, подлетели. Тут что-то волна была сильно большая. Че, куда там, где подлазили? Хуй его знает, не знаю. А где там же, где или вот здесь? Где подойдем именно? Ну сейчас посмотрим, где, если там хуево будет, может сюда заплывем. Смотрите, вон лягушки сидят под водой. Что? Лягушки под водой сидят, видите? Вижу. Видите? Ага. Ты живая подруга или нет? Какая? А? Да какая на гнезде? О, точно, на гнезде сидит. Уточка на гнезде сидит. Подожди. Ты чё? Ёбана в рот. О, живая, блядь. Здорово, подруга. Ты как сюда попала? Я это учил. А как вы вообще узнали, что у нас здесь есть? Да я гнездо. На гнездо? Ну ладно. Давай, садись, иди. Садись. Давай, ладно, хуй с тобой. Иди.